Казахстанские сотовые операторы начали блокировать подменные номера, которые используют мошенники для телефонных звонков от имени сотрудников банков и правоохранительных органов. Об этом сегодня заявили в Министерстве внутренних дел. Сейчас компании настраивают свои информационные системы. С начала года зарегистрировано 17,5 тысяч таких фактов обмана. Ущерб составил 15 миллиардов тенге. Полицейские говорят, онлайн-торговля по-прежнему остается самым распространенным способом обмана людей. Почти 6 тысяч подобных фактов с начала года. С начала года МВД проведено несколько совещаний с участием МЦРЭП и других компетентных органов, а также операторов связи. Мы должны понимать, что это, во-первых, вопросы технического регулирования. В настоящее время компании сотовой связи занимаются вопросом блокирования звонков с подменных номеров. Это настраивает свои информационные системы. До конца года, по их информации, по информации операторов, данный вопрос должен быть решен.